Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Готовое интерьерное решение без наценок – философия компании «Вирум». Наши технические возможности позволяют воплощать ваши идеи. Лепсе 12, телефон 69-400, без выходных. Депутаты Кировского ЗАГС-собрания вновь затронули тему перевода часов на летнее время. Особо активные даже создали интернет-петицию для президента. Об этой и других новостях далее в рубрике «Короткой строкой». 11 миллионов рублей выделят на охрану кировских рек. На эти средства установят специальные таблички, обозначающие прибрежную полосу. Проведут мероприятия по очистке водоемов, сохранению животных и растений. Добавим, в этом году ледоход прогнозируют на вторую декаду апреля. В ближайшее время в области появится еще 4 радиостанции. Сообщается, что кировчане смогут в прямом эфире 24 часа в сутки слушать новости и прямые трансляции с важных мировых событий. Также ожидается появление детского вещания и радио для садоводов и отдыхающих на природе. Депутаты ЗАГС-собрания вновь вернулись к вопросу о переводе времени. Некоторые активисты даже создали петицию для президента в интернете. Суть ее проста. Депутаты просят перевести ряд городов Поволжья, в том числе и Киров, в другой часовой пояс, где разница с Москвой составит час. В настоящее время петицию подписали более 20 тысяч человек. В кировских автобусах теперь бесплатно можно посидеть в интернете. Wi-Fi запустили на 3 маршрутах, это 61, 23 и 53. Если же проект будет популярен, то, возможно, Wi-Fi появится и на других маршрутах. В Кирове установят 50-метровый флагшток. Его изготовят специально к 9 мая. Создадут и точную копию Знамени Победы. На флагштоке также планируют разместить флаг страны и флаг региона. Сейчас на сайте общественной палаты идет голосование, где кировчане могут выбрать место в городе для установки конструкции.